Так, взять, натянуть на максимум, вот так, потянуть за шею, и еще раз, и... Да не, почему еще не работает, еще раз, да, и потянуть... Бесполезная башка медузы Горгоны, не работаешь! Ну слушай, если она может превращать людей в камень, то почему наоборот она не работает? Я же ее убил, я думал, если я убью медузу Горгоны, то все эти чары из моих друзей спадут. Шурик, Кристина, там продавец зелий, там еще кто-то стоит, там барон стоит, господи. А что мне с ними делать тогда? Бесполезная эта башка. Какой фиг я ее вообще тогда кокал, если она никак мне не поможет? Да она вообще даже не работает, вот, на лошадь, вот. Да! А, не. Оказывается, на лошадь работает. Так, тогда я понял, это оружие массового поражения. Оно в камень превращает, но обратно в людей оно уже никак не может вернуть. И что мне делать-то тогда сейчас, если весь город стал каменным? У меня в этом городе даже друзей больше нет, с кем я могу поговорить. Это что получается, я всех своих знакомых потерял в одну серию? Так это получается то, что... Мне даже смысла нет никакого оставаться в этом городе. Всех своих друзей, всех своих знакомых просрал просто за один раз. Весь сезон вот это магии... Просто коту под хвост. Если кто-то меня слышит, дайте мне, пожалуйста, какой-то знак с неба, чтобы я знал то, что еще не все потеряно. Я вас прошу, кто-нибудь! Это еще что за дичь летающая? Сенсей Хачирики, ва-ва! Ты чё, меня услышал, как я молил о помощи? Ты что здесь разнылся, девушка бородатая? В смысле, бородатая? Не-не-не-не-не-не-не! Я не разнылся, я просто просил о помощи! Я даже не думал, что меня реально кто-то вот это услышит! Я просто хотел, чтобы мне кто-то помог! Все мои друзья превратились в камень! Сенсей Хачирики, ва-ва! Вы мне в предыдущей серии помогли со способом, как убить медузу Горгону, смотрите! Я её кокнул! Но только толка от этого никакого, мои друзья обратно не превратились в людей. А я-то думал, все чары медузы Горгоны исчезнут. Но не все так просто, как я думаю, да? Из любой жопы можно выкарабкаться, сын мой, если очень сильно постараться. Только самые сильные воины могут одолеть чары медузы Горгоны. А всем остальным нужна помощь. Так если всем остальным нужна помощь, значит, вы, сенсей Хачирики, ва-ва, все же знаете, как им помочь, да? Ну тогда скажите мне способ, как можно моих друзей обратно превратить в людей! Я знаю, есть один способ. Нам нужно сварить очень редкое зелье. Так что вы сразу-то не сказали, то, что можно просто зелье сделать? Так я пойду сейчас вот туда, к этому зельевару, там, где он разрабатывает свои зелья. Я его попрошу, он превратит мне вот это, он мне сделает зелье сразу же. Не спеши, сын мой! Твой зельевар лох! Он ничем тебе не поможет. Он мне ничем не поможет, потому что зельевара вот этого, его тоже в камень превратили, как я об этом забыть-то мог? А что мне тогда делать, сенсей Хачирики, ва-ва? Есть только один способ. Нам нужно найти русалки. У тебя нет случайно знакомой русалки? Знакомой русалки? Сенсей, конечно, сенсей, ща я в этом, ВКонтакте, в друзьях посмотрю, есть ли у меня знакомая русалка. Или, может, мне русалка в директ куда-то в Инстаграме писала, ой, может, комментарий на Ютубе оставила. Конечно, у меня нет знакомой русалки! Откуда у меня вообще знакомая русалка может быть? Тогда срочно найди русалки и добудь ее слезы. Только из них можно сварить нужное тебе зелье. Слезы русалки помогут мне превратить моих друзей обратно в людей. Сенсей Хачирики, ва-ва! Если бы я сейчас мог, я бы вам вот эту лысую вашу башку бы прямо сейчас бы расцеловал. Но я лучше воздержусь вот это. Так, слезы русалки, сенсей Хачирики. А вы знаете, а где русалки-то вообще водятся? Где я могу их найти и попросить у них слезы?
Чуть дальше главного входа в город находится озеро. Плачущий камень. Тебе нужно пойти туда. Озеро, плачущий камень, за городом русалки слезы. Все, я все понял, сенсей! Но будь осторожен! Главное, не слушай пение русалок! Ага, слушать пение русалок я понял! Я понял, так пение русалок не надо слушать! Слезы! Слезы мне 100% помогут! Ничего, Вероника, Верховный маг, кузнец, который там на арене находится, все остальные мои друзья, я скоро скрафчу зелье, вернусь и всех вас обратно превращу! И все будет хорошо! И вы станете обратно нормальными людьми. А эту статую я не помню. А это кто? Медуза Горгона еще кого-то превратила, я не заметил. Ладно, тебя я тоже под... Подожди. Это чё за дичь? Стой! Кем бы ты ни был, я тебя тоже превращу обратно в человека, господи, вот это... Сенсей Хачирики, вау, спасите, сохраните, пожалуйста! Стой! Я иду за зельем, я превращу тебя обратно в нормального человека, только не трогай меня! Вуа! Какие вуа, так кузнец кричит! Стой здесь, никуда не уходи. Статуя кузнеца была здесь, в центре. А сейчас эта статуя кричит вуа. Кузнец! Это ты? Ты как себя вообще чувствуешь? Башка очень сильно болит, не могу просто. Тяжелая какая-то, будто камень. Ну я тебя спешу разочаровать, кузнец. У тебя башка реально камень? Ты полностью каменный? А-а-а! Это, походу, ветрянка! Я просто никогда ветрянкой не болел! Я в детстве болел ветрянкой, я знаю, что это такое. Это точно не ветрянка. Подожди, кузнец, ты что, вообще ничего не помнишь, что с тобой произошло? Последнее, что я помню, тёлка зеленая, с зелеными волосами, страшная такая. А, ну так Медуза Горгона, так она тебя в камень не превратила, но только ты можешь не переживать, вот смотри. Я ее кокнул, кузнец. Больше она никого не превратит в камень. Но только проблема в том, что да, я обратно из камня в людей никого превратить не сможет. В этом-то и проблема, кузнец. Меня вот этот сенсей Хачирики, иди сюда за мной. Сенсей Хачирики Вауа отправил меня на озеро Плачущий Камень. Там русалки обитают. Мне их слезы надо добыть. Кто-кто? Хачапури Чихуахуа? Сенсей Хачирики Уауа, ты с ним еще не знаком. Это самый древний маг, самый древний вот это сенсей в нашем городе. Я тебе потом познакомлю. Так, иди сюда за мной, в город. Он сказал, за главным входом в город находится озеро. Ты хоть раз был на озере, вот это плачущий камень? Я-то вообще ни разу не был. Поэтому мне сейчас, наверное, нужно будет позвать Кузю. И Кузя меня туда отведет. И именно это я сейчас и сделаю. Так, закрой уши, вот это кузнец. Кузя! Летит! Страус мой пернатый, темнокрылый. Кузя, я здесь! Сюда приземляйся, на меня, дай сюда, ага. Молодец, все. Кузечка, мы с тобой сейчас отправимся в далекое путешествие. И опа, кстати, я заберу себе пару бутылочек, которые мне пригодятся для слез русалки. Так, тут проблема, кузнец. Я на Кузе только сам могу полететь, на нем только одно место. Ты можешь здесь быть, или мы можем встретиться с тобой там. Тебе будет нужна моя помощь, я с тобой, Нютка! Вперед! Ага, все, встречаемся возле озера, давай! Побежал туда, кузнец! Ага! Кузя, аккуратно! На озеро! Плачущий камень! И полетели снеометели! Сенсей Хачирики Уауа сказал то, что это озеро находится где-то за городом, в
возле главного входа. Ну здесь же главный вход в город. Он сказал то, что где-то вот здесь. Вот! Засохшее какое-то дерево на острове. Так может это и есть остров Плачущий Камень? Так, Кузечка, давай мы с тобой здесь припаркуемся. Стоять здесь, никуда не улетать. Эпа. Так, Кузя, здесь стоять. Кузнец молодец, притащил нютку. Так, ну это вроде то, вроде то. Я говорю, я никогда в жизни не видел здесь вот этот остров, засохшее дерево. Ну слушай, остров полностью из камня. Плачущий камень 100%. Иди сюда за мной, кузнец, и будь аккуратен, пожалуйста. Так, русалки. Если увидишь какую-то русалку, кричи «Вуа!», потому что я пока что никого не вижу. А русалки же рыбы? Рыбы. Рыбы же можно ловить удочкой. Может, мы и русалок так попробуем словить? Ищи вот это, иди поищи удочку. Может, где-то там она есть в бочках. Здесь нифига нет, здесь тоже нифига нет. Возможно, здесь она будет. Опа! Три удочки! Так, вот это, кузнец, забирай одну себе, я заберу одну себе. И попробуем кого-то за вот эти, за щупальцы вытянуть или за хвост какой-то. У кого последнего заклюет, тот лохопед, кузнец. Поэтому молись, чтобы это был не ты. И опа! Гнилая плоть. А у тебя, кузнец, кожа. Нифига себе ты везучий. Но это точно не русалка, это точно не русалка. А как русалок-то вообще ловить? На что? Вот оно что! Так сенсей Хачирики Уоа реально не врал! Это озеро русалок! Плачущий камень называется! А как мне их попросить, чтобы они заплакали? Вот, держи бутылки, я их буду просить, а ты собирай слезы. Назови ее протухшей селедкой, она обидится и 100% заплачет. Ага, обидится и глаза тебе вот это выковырит своими вот этими когтями, они заплачут. Как бы русалки же крупные животные, или люди, а кто они, животные или люди? Животные люди, вот эти рыбы, с ними надо аккуратными быть. Может, на удочку попытаться ее словить и сюда притащить? Вдруг у меня получится с ней нормально договориться? Сюда ко мне под... Не, кузнец, мне кажется, так оно не работает. Ладно, ты тут тогда лови дальше рыбу, пытайся вот это призвать сюда русалок, а я тогда отправлюсь на тот берег и постараюсь с ними поговорить. Вдруг у меня получится. Держи за меня кулачки, вот это, кузнец. Я надеюсь, вернусь к тебе еще живым. Ага... Я с миром пришел, я не хочу вас вот это на рыбный шашлык пускать, не убивайте меня, пожалуйста, или что вы сделаете с теми, кто приходит к вам в гости? Ну что-то мне кажется, ничего хорошего вы с ними не делаете, учитывая, сколько здесь скелетов-то. Ладно, извините, пожалуйста. Мне всего лишь несколько слез надо. Моих друзей в камень превратили. Вот эта вот сраная медуза Горгона. Я хочу обратно их в людей превратить. Помогите мне, пожалуйста. Не надо петь. Я просто слезы пришел забрать. А ты нифигово так поешь, слушай. Ну ладно. Ну я немного послушаю, потом ты мне дашь слезы. Красиво-то как. А ты в музыкальное училище ходила? Это, я знаю, в Сочи есть музыкальная вот эта академия искусств какая. Ты, наверное, там, да, училась? Красиво поешь, кстати. А меня научишь? Но потом слезы, я обязательно потом слезы заберу, ага. Да. Это все красиво. Ой, чуть глаза открыть не могу. Это красиво, но мне слезы нужны. Дай мне слезы, пожалуйста. И я уйду. Это я еще где к чертовой бабушке оказался? В смысле, я голый в трусах? У меня в инвентаре ничего нет, кроме палочки моей. Это что сейчас за дичь нафиг произошла, а? Кузнец!
Меня ограбежили! Ограбежили полностью! Этим крусалкам не подходи! Они грабители еще те! Они меня своей вот этой музыкой заколдовали! Так мне сенсей Хачирики Вова говорил, чтобы я не слушал их пение! А я, дурак, слушать начал! Ограбежили!